Уважаемые однопартийцы, поздравляю вас с 18-летием партии «Единая Россия». Хочу отметить, что партия новая, партия современного времени, та, которая взяла на себя всю ответственность за страну. И мы понимаем, что сегодня есть перспектива развития в целом государства, нашего родного Подмосковья. Мы большую, колоссальную работу проводим в привлечении молодого подрастающего поколения, наши ряды однопартийцев. И понятно, что основная роль нашей партии – это развитие будущего нашего государства. Уважаемые однопартийцы, от души поздравляю вас с 18-летием партии «Единая Россия». Хочу всем пожелать хорошего настроения, удачи, новых свершений, прежде всего здоровья, ну и, конечно же, результатов от нашей совместной работы. С праздником!